Несколько дней назад я записал видео о том, как правящая партия Российской Федерации «Единая Россия» приняла в свои ряды руководителей ЛНР и ДНР – Пасечника и Пушилина. И я объяснил, что это означает с политической точки зрения. Люди на самом деле абсолютно не понимали, а что это, собственно говоря, означает. А это означает то, что надо легализовать, надо наградить, надо возблагодарить за то, что отдельные деятели получили депутатские мандаты от ЛДНР, и таким образом сделать очень хитрый маневр, то есть сделать так, чтобы Россия стала стороной конфликта. Потому что если Пасечник просто полковник СБУ, и он руководит непризнанной территорией, это один коленкор, но когда он гражданином России являясь, да, и являясь членом правящей партии, то он становится совершенно нелегитимным на Минских соглашениях. Мало того, самое главное не это. Таким образом, правящая партия ставит Россию в состояние, при котором Россия становится стороной конфликта. И вот этот вот маневр на самом деле, он требует пристального внимания со всех сторон, но дело тут оказалось не только за Пасечником и Пушилиным. Оказалось, что в партии «Единая Россия» есть еще некоторые деятели, которые призывают к откровенному фашизму, национализму и экстремизму. Депутат «Единой России» Евгений Федоров знаменит своим национально-освободительным движением, и я с ним уже пересекался в информационном поле, когда я выступил категорически против его намерения вывести людей на улицы. Помните мои дебаты в апреле, да? И в ответ на это он обозвал меня никем иным, как агентом Госдепа. А мне интересно, за что? За то, что я выступил против экстремистских проявлений на улице, и за то, что я просто сказал, что президент России и так контролирует ситуацию без лишних телодвижений нода, возглавляемого Евгением Федоровым. Но Евгений Федоров человек творческий, креативный, он не остался на месте, и он провозгласил, что Ленин является врагом России и что памятники Ленину нужно снести. Ну, исторический аспект мы оставим на потом, но не кажется ли вам, что после Пасечника и Пушилина, да, после агента СБУ Пасечника, да, который на самом деле является плоть от плоти майданной властью, который зашел на руководящие посты Луганской Народной Республики, после того, когда все основные боевые действия закончились и когда все полевые командиры, которые отметились в защите Луганска от националистов, были убиты. Так вот, наш Евгений Федоров предлагает сделать точно так же, как сделали цветную революцию на Украине. Чего начиналось на Украине? Со снесения памятников Ленину, с декоммунизации. И чем закончила Украина? Она потеряла Крым, она теряет Донбасс, в ней вакханалия, разрушение промышленности и полная колониальная зависимость от Запада. Я понимаю, что Евгений Алексеевич очень любит щеголять, что он уж точно не агент Госдепа, а все люди, которых он назначает, это враги России. Но не кажется ли вам, что вот этот неприкрытый экстремизм, вот это неприкрытое подражание националистам на Украине, оно веет каким-то душком, на который я, честно говоря, даже не знаю, как реагировать. Я вообще хочу обратиться к руководителям партии «Единая Россия» и думской фракции «Единая Россия». Вы вообще отдаете себе отчет вот в этих действиях, да, вовлечение Россию в войну на Украине как сторону конфликта, выдаче партбилетов главам непризнанных территорий, и вы не можете объяснить Евгению Федорову, что такое экстремизм и что такое противодействие российскому законодательству о сохранении исторического наследия? Мне кажется, что сейчас как раз в тот момент, когда президент достигает значительных успехов во внешней политике, а недавние переговоры с Байденом, они показывают, что вот этот трек, да, Россия выиграла. Да? И вот в этот момент, когда по факту Джозеф Байден сказал, что мы не будем вписываться за Украину, да, и у нас в НАТО вообще не прописано, что нам надо вписываться за Украину, вот в этот момент наша
пятая колонна, находящаяся в правящей партии, начинает делать заявления, которые мало того, что противоречат российскому законодательству и, соответственно, являются экстремистскими, так они еще и направлены на то, чтобы стравить разные страты российского общества. Там прямо написано в этом сообщении, что сказал Федоров. Он сказал, что выступят только вот эти и вот эти. Это наши люди, да? Вот они выступят, и они недостойны внимания. Давайте стравливать российское общество. Смотрим миссию МИ-6, смотрим миссию британских спецслужб. Стравливать постсоветские территории по любому признаку. По признаку разрушения семьи, по признаку полового различия, по признаку отношения к Ленину, по признаку отношения к Российской империи, по признаку социальной справедливости и так далее, и так далее. То есть, это дестабилизирующий фактор, который делает депутат от «Единой России» Евгений Алексеевич Федоров, который отметился экстремистскими заявлениями и созданиями определенных каких-то военизированных формирований, которые, конечно же, он маскирует тем, что это только по приказу президента, и он маскирует тем, что это только против борьбы с агентами Госдепа. Давайте посмотрим на такой важный момент. А что такое Ленин? Не кто такой Ленин, а что такое ленинизм для нашего общества, которое практически весь 20 век прожило под принципами социальной справедливости, да, по принципам создания экономики, электрификации всей страны, ГОЭЛРО, были заложены при Ленине основные принципы того, чего добился Советский Союз за 20 век. А эта победа в беспримерной войне по своей жестокости, это полет в космос, это строительство мировой системы социализма. Да? И это время, когда наш мир, людей, родившихся в Советском Союзе, а он занимал почти 40% территории земного шара. И вот сейчас Евгений Алексеевич Федоров хочет стравить российское общество по отношению к Ленину. Да? А даже если пересчитать в процентном отношении количество людей, которые почитают Ленина, которые относятся к нему с уважением, которые не приемлят нацистские, фашистские свержения памятников на Украине, то вот оно и стравливание, вот она миссия МИ-6. Там есть еще одна очень примечательная фраза. Ленин – это враг России, он выступил против молодой Российской Республики. И вот здесь фактически Федоров выписывает квитанцию, в чьих интересах он работает. А что такое февральский переворот и свержение царя? А февральский переворот и свержение царя – это исполнение задания британских спецслужб по выводу Российской империи из числа победителей в Первой мировой войне, чтобы Российская империя не получила все то, что Антанта ей пообещала. И агенты британских спецслужб свергли царя. И получается, что выступая за февралистов и вознося их роль, которую на самом деле исполнение задачи, поставленной британской короной, Федоров сегодня выступает за свержение верховной власти в Российской Федерации. И поэтому, кстати, вот все говорят, большевики осуществили Октябрьский переворот. Да, любой историк прекрасно знает, что Октябрьский переворот делался за спиной большевиков, но делало его второе управление контрразведки и артиллерийское управление российского генерального имперского штаба. Этот генеральный штаб существовал во все времена, еще во времена Ивана Грозного, Петра Первого, других российских царей. Генеральный штаб несет свою традицию и в советское время. Вы что, не знали, что офицеры генерального штаба империи были офицерами генерального штаба Советского Союза? Я более того скажу, этот генеральный штаб существует и сегодня. Я в этом убежден и знаю. И эти люди стоят на страже Родины. И наш президент дышит духом русского генерального штаба, который спасает Отечество и делает массу вещей для того, чтобы вывести Россию из зависимости. А что делает Евгений Федоров? А он ратует за февралистов, которые по команде британского посольства и за деньги, за фунты стерлингов, да, свергли царя. По аналогии допустить, что хочет Евгений Федоров, вообще несложно. Он хочет свергнуть нынешнюю власть и восстановить вот этих февралистов, которые по заказу западных спецслужб хотят путем экстремизма, путем хаоса, путем стравливания россиян друг с другом по разным признакам снести нахрен вот это государство, чтобы мы не стояли бельмом на глазу у Британской империи или у Большого Британского Содружества. Вам не кажется, что здесь просто все очевидно? Стравить людей,
настроить всех друг против друга, вывести людей на улицы, устроить экстремизм, и это все под крылом правящей партии «Единая Россия». Согласитесь, что президенту в нынешних условиях крайне нелегко заниматься и внешней политикой, и внутренней, когда спящие в правящей партии просыпаются вот таким вот путем и ставят палки в колеса. Не кажется ли вам, что вот эта драма историческая, она достигает сейчас определенного пика? И что именно после разговора с Байденом, когда Байден фактически признал право России на постсоветские территории, на то, что мы не будем воевать, в это время активизировалась пятая колонна, которую почему-то, ну так, пригревают у себя и в Государственной Думе, и в других государственных структурах правящая партия «Единая Россия». Я это говорю не просто так. Много лет назад, еще будучи в Крыму и работая на телеканале «Крым», ко мне подходило определенные руководители канала, которые очень хотели, чтобы я в своей информационной войне поднял вопрос о необходимости сноса памятников Ленина. Ну, типа, время пришло, что это репрессии, что это вот большевики, социализм, да, Совет, это все пережитки прошлого, это надо снести. Я хочу сказать, что Федоров не один, что на местах существует разветвленная сеть вот этой пятой колонны, вот этих агентов британских спецслужб, которые спят и видят, как они будут сносить наше государство. Я недавно записал ролик о событиях в Сочи по земле. Я там четко обозначил, что по морскому праву Великобритания очень сильно влияет на прибрежные территории: Калининградская область, Крым, да, Краснодарский край, Дальний Восток, Хабаровский край. И вот здесь сейчас мы с вами наблюдаем, как эта пятая колонна не только в прибрежной зоне, но и в Государственной Думе, да, в выборном органе. Мне вообще интересно, а кто голосовал за Федорова? Кто может голосовать за экстремиста, который призывает делать цветную революцию по шаблонам того, что произошло на Украине? Вот кто голосовал за Федорова? И что думает руководство партии «Единая Россия»? Вот эти вопросы меня занимают, и я предлагаю их начать обсуждать. Причем я предлагаю задать эти вопросы и руководству правящей партии, которые делают действия, направленные против высшего политического руководства Российской Федерации. Повторяю, против высшего политического руководства Российской Федерации. Уважаемые коллеги! Допустим, господа, как это любили делать февралисты, вы отдаете себе отчет о своих действиях, о которых я только что сказал?